Здравствуйте! В эфире передача «Made in Samara», и, как всегда, с вами я, Анастасия Лихачева. Друзья, ну, по хорошей уже традиции, мы продолжаем показывать вам чудесный мастер-класс, и сегодня познакомимся с Мариной Леглер. Мариночка, добрый день! Добрый день! Марина, расскажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами будем делать? Я вижу какие-то интересные вещи у нас на столе. Сегодня я хочу вас познакомить, Настя, с декупажем. Купаж – это салфеточная техника, значит, техника с готовым изображением на любой поверхности. Сегодня мы будем декупажить вот такую заготовку зеркала. Марина, скажи, пожалуйста, что нам сегодня понадобится с тобой для работы? Дальше нам понадобится акриловый грунт и акриловые краски. Вот, в основном в технике декупажа используют акриловые составы, поэтому это акриловые краски. Свеча, вот, каркелерный лак, битумный лак для состаривания и акриловый лак. Это уже как бы финишная стадия нашей работы. Сегодня мы будем работать в стиле шеби-шик. Шеби-шик изначально это придуманная техника. Изначально ей работали в реставрации мебели. Шеби в переводе потертости. Шик, то есть шикарные потертости. То есть старую мебель, ну, когда она совсем уже, ее реставрировали, очищали, но вот эти вот, когда происходило многослойное окрашивание, иногда сквозь одну краску просвечивала другая краска. И вот она оказалась очень интересным в плане декора, и этот декор еще шеби-шик, его дополнили еще в мотивы, берутся такие как розочки, ангелочки в основном. И тона все желательно такие светлые, теплые, кипельно-белый, опять же. Техники используются в этом стиле, допускаются трещины, потертости. Ну и небольшое такое деликатное пачканье, которое придает вещам такой вот, как бы, налет времени. Чтобы не запачкать само зеркало, его лучше временно достать и отложить. Деревянную поверхность Марина предварительно прошпаклевала. Первый этап декупажа – это нанесение грунта. Его можно наносить плоской кистью или губкой. Далее необходимо дать просохнуть грунту. Но мы, чтобы ускорить процесс, решили воспользоваться феном. Даем нашей поверхности немножко остыть. Вот прям на ощупь можно вот так вот прощупать. То есть не должно ничего липнуть, как я понимаю? Ну да, да, да. И все-таки вот если мы трогаем поверхность, чувствуешь, какая шероховатость? Чуть-чуть есть. Есть, да. Мы эти шероховатости снимем наждачной бумагой. Приступим? Легкими движениями, не надо так сильно насиловать поверхность. Далее нам надо определиться с рисунком, его месторасположением и цветом краски. Наше изображение мы возьмем из салфеток. Вот, Настя, я тебе предлагаю взять ангелочков. Вот, можно вот этого еще ангелочка использовать. А я себе возьму подсолнух. Это уже, конечно, не шеби-шик, это уже другой стиль, но я хочу подсолнух. В этом стиле тоже приветствуются и потертости, и трещины, но поскольку здесь подсолнух, это ближе к деревенскому стилю. Мариш, ну как вообще не переборщить, я не знаю, какое-то чувство вкуса, оно должно быть, или в принципе по желанию, по настроению, лепите что хотите, или какие-то все-таки советы, там, я не знаю, по расположению, там что-то больше, деталь меньше, какие-то вот советы такие есть? Есть. Давай. Есть эти советы. И, во-первых, если говорить за цвета, мы все-таки отталкиваемся. У нас самый первый толчок – это наше уже изображение. То есть вот мы смотрим на это изображение и начинаем думать, что оно нам дает. Вот, то есть здесь у нас уже даны все цвета. Мы либо берем те цвета, которые уже есть на изображении, если мы вот как вот в данном случае берем целиковую салфетку, да, вот. Либо мы берем какие-то просто контрастные цвета. Вот, допустим, чтобы углубить наш бежевый цвет,
чтобы он казался ярче, мы можем взять голубой. Тогда наш коричневый будет намного ярче. Это так же, как голубые глаза. Коричневый оттенок. Да, 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 да. И здесь то же самое. Вот. Но здесь мы возьмем вот с тобой, мы не будем всю этот сюжет брать нам, потому что нужен, мы в шеби-шике делаем, и нам не нужны вот эти вот яркие вот эти цвета. У нас все-таки идет кипельно-белому там. Мы будем чуть-чуть наш белый, чуть-чуть подкрашивать другим цветом. Вот. И поэтому мы будем вырывать вот так фрагменты. Но нам нужно сделать еще фон наших потертостей и трещин. Сейчас мы как раз этим и займемся. В данном случае, вот в ангелочках, я бы взяла самый темный фон. Это вот цвет этих ангелочков. Вот такой вот. Здесь мы возьмем цвет махагона. Вот он у нас подходит. Входит. Идеально. Прям. Да. Вот сейчас ты берешь вот эту баночку, кисточку и закрашиваешь всю поверхность. Всю поверхность? Да, да, чтобы нам уж не ошибиться, что вот где-то у нас тут есть трещинки, а где-то нет. Мариночка, сразу, опять же, советуюсь с тобой таким же тоненьким слоем или здесь? Да, 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 да. Все работаем тоненьким слоем. Да, да, да. Вот, а я же возьму цвет, значит, охры желтый. Мариночка, откуда вообще пошло это направление декупаж и давно ли, с давних ли времен все это дело? Декупаж, он пришел изначально из Китая. То есть это когда мебельщики, краснодеревщики изготавливали мебель, они... Когда была мебель изготовлена, вот уже шкаф там или стол какой-то, художники уже на ней вели художественную роспись. Но это было по времени очень долго, ну и, соответственно, стоило это немало денег. Вот. С появлением рисовой бумаги стали делать копии. Это оказалось намного дешевле. И легче в производстве. В итоге пришел декупаж, но назывался он не декупаж, а как бы искусством для бедных. Ничего себе. Ну, потому что не могли себе простые люди позволить стол, который расписывал художник своей рукой, своим кистью, пером. Вот натуральное дерево. То есть здесь бралось готовое изображение, наносилось на поверхность, ну и потом защищалось лаком, воском. Тогда мебель становилась дешевле. Вот это и было искусство для бедных. Потом это уже пошло в Европу, и слово «декупаж» — это уже французское слово. От слова в переводе «вырезать». Естественно, дошло это и до нас, до России, но в России это уже было искусством для богатых. Только богатые могли позволить себе изображение на рисовой бумаге. То, что в Китае было под ногами, у нас это стоило денег. Вот такая история. Слой краски мы точно так же просушиваем. Мариночка, ну краска у нас высохла. Давай, рули дальше. Сейчас, ну, мы возьмем наши заготовленные изображения и примерно их приложим. Мариш, мне как-то, извиняюсь, нащипать. Да, нащипать. Да? Вообще покажешь, изображение это? Можно вырезать ножницами, но тогда получится слишком резкий переход. Поэтому мастера предпочитают изображение вырывать руками из салфетки. Вот. Делается это так. Вот я лично я делаю так. Кладу пальцы близко-близко друг к другу и делаю надрыв. Аккуратно. Да, да. То есть вот при этом движении у нас разрыв получается там, где мы хотим. Если вы используете многослойные салфетки, то отделите верхний слой с рисунком, пригодится только он. Также можно при помощи свечи создать эффект потертостей, что придает особый шик вашему зеркалу. Наносим кракелюрный лак, подсушиваем его и наносим поверх белую краску. Получились трещины, как мы и задумали. Осталось только наклеить наше изображение. Кладем салфетку и дальше макаем кисть в клей. Начинаем работать от центра изображения к краям. То есть мы мажем клей по салфетке сверху.
Чтобы на изображении не образовались пузырьки и складочки, можно проработать его пальцем и максимально разгладить выбранные рисунки. Осталось закрепить все лаком, и вот декупаж зеркала закончен. Дорогие друзья, ну вот такие чудесные у нас с Мариночкой получили зеркала. Марин, спасибо тебе большое за мастер-класс. Я думаю, просто вот для девушки, наверное, зеркало – это предмет первой необходимости. Без него не обходится не то, что один день, не один час. Поэтому я с удовольствием оставлю себе его на память. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Я прям счастлива. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, ну нам пора прощаться. С вами была передача «Made in Samara» и я, Анастасия Лихачева. Увидимся. Многие хозяйки называют его чудо техники, и в этих словах есть смысл. Если вы еще не знакомы с таким швейным оборудованием, как коверлок, что ж, тогда смотрите внимательнее, и вы будете поражены его возможностями. Вы только представьте, обработать срез, прошить тонкие или наоборот очень толстые материалы, распашить одежду и источить детали – все это можно сделать, воспользовавшись одной машиной. Коверлок – это машина, которая объединяет в себе две машины. Это распашив и оверлок. Это очень удобно, потому что можно приобрести одну машину и, заменив ей две машины, можно и распашить, и обработать низ изделия профессионально, и также стачать изделия тоже профессионально. Также он обрабатывает тонкие ткани, как и оверлок, то и роликовый шов, и каемочку сделать. И у него еще есть, в отличие от оверлоков, отделочная строчка. Поверху шва он прокладывает отделочную нить, которую вы выберете, хотите контрастную или там уже как по вашей задумке. Главный же козырь заключается в умении коверлока выполнять распашивочные, плоские швы разной ширины, то есть качественно обработать низ и горловину изделий из трикотажа. Важно, что распашивочные швы позволяют аккуратно вшивать в припас под гиборезинку или притачивать к низу эластичное кружево. Многие говорят, что коверлок – это очень сложная машина в обращении. Скажите, это правда, либо развейте этот миф? Но коверлок, конечно, не очень сложная машина. Если сравнивать с оверлоком, то чуть-чуть посложнее. В принципе, здесь есть подсказки. Подсказки на любую строчку. В нашем, в данном коверлоке, 10 строчек. И вот выбираете номер строчки, и вам здесь уже выдаст, какую нитку куда заправить, какую иголку куда вставить. И сравнивая с этими подсказками, вы уже настраиваете машину. Также для удобства есть схемы, которые тоже тут цветные. Каждая нитка также имеет свой цвет, и по цвету вы уже ориентируетесь, куда как ниточку заправлять. Согласитесь, это действительно чудо-машина. Такая техника изначально может показаться дорогой, но вспомните, сколько функций включает в себя коверлок, и вы поймете, что это того стоит. Нужен ли коверлок лично вам, решайте сами. Но если вы любите шить, он вам несомненно пригодится. Все для шитья и рукоделия вы можете найти в сети магазинов «Швейные машины» по адресам: проспект Ленина 2А, Советской Армии 167, Аменева 8А.